Всем привет! Сегодня у нас покупочки фикс-прайс. Пошла я в фикс-прайс магазин для того, чтобы купить себе какой-то интерьер, сюда какие-то декорации. Я вот этот уголок оборудовала уже для того, чтобы здесь снимать. Но не хватало мне немножечко каких-то декораций. Ну что-то я нашла у себя дома, а что-то пошла для того, чтобы там что-нибудь найти, купить, принести. Ну помимо декораций купила и много всякого другого еще. Но давайте начнем. Начнем с самых дешевых. То, что стоит 55 рублей. По 50 рублей ничего у меня нет. 55. Вообще фикс-прайс все дорожает и дорожает. Даже вот 50 рублей ровно, это мало что попадается. Это может быть то, что уже у них там зависло и нужно продать. Но начиная от 55. Взяла я вот такую корзинку для мелочей. Ну вообще, если что, она сюда подойдет для декорации, что-то там в нее поставить. Ну или нет, если нет, значит я тогда ее использую, там может быть прищепки положить или еще что-то положить, какую-то косметику. Здесь есть такие перекладинки, которыми можно перегородить, перегородочки. Ну они может быть понадобятся, может быть нет. Вот они сюда вставляются. Ну, она такая корзинка, я давно на нее смотрела, думала брать, не брать, несколько раз уже не брала, но сегодня решила, что все-таки возьму, она мне понадобится в крайнем случае для прищепок. Что я еще увидела, это боксеры, вот эти детские трусики, вот такие вот боксеры, как шортики, там размеры начиная 26 и выше, но у нас Денечка маленький, и в таких трусиках вот по дому бегать ему очень хорошо будет. Вот. Ну, я взяла 3 штуки 26 размера. Я думаю, этот размер ему как раз сейчас будет в пору. Это 100% хлопок. И это делает Кыргызстан. Мне вот они понравились, я их взяла. Я давно их искала, и никак они мне не попадались. Это то, что нужно ребенку сейчас. Трусики по 55 рублей. И взяла я маечку тоже, вот свеженькую маечку, потому что он уже старенький затаскал. Вот такую маечку тоже заодно взяла, тоже хлопок и тоже Кыргызстан. Гель для стирки цветных тканей. Такой гель я уже брала себе. Сейчас я взяла еще один для дочки, потому что мне он понравился, особенно если стирать какие-то деликатные ткани и особенно если стирать вручную. Есть некоторые вещи, которые стираются в стиральной машине на быстрой стирке, но быстрая стирка за 30 минут. Туда вообще рекомендуется наливать жидкие моющие средства, потому что порошок не всегда до конца может раствориться. И это как раз для этого очень удобно. Или вещи, которые стираются вручную, деликатные ткани, крепдышин, там какой-то гипюр или что-то такое, тоже вот вручную очень удобно будет вот этим гелем пользоваться. Я взяла 55 рублей, здесь очень такой большой объем, здесь килограмм, масса килограмм. То есть это вообще надолго хватает. Ну, в общем, взяла, чтобы он был у нас. Ну, еще 55 рублей стоят вот такие батарейки. Вообще батарейки вот эти дешевые, 10 штук, 55 рублей солевые. Они не очень хорошие, в принципе, не очень долговечные, но если нужно будет куда-то их в светильничек поставить или в какие-то там фонарики, в какую-то декорацию, эти подходят батарейки. Ну, а если на что-то такое более-менее серьезное, тогда уже я батарейки туда ставлю хорошие. Но это вы узнаете попозже, для чего я взяла. Смотрю на кассе шоколад. И недорогой шоколад. Я взяла 55 рублей бабаевский шоколад, люкс, черный, темный шоколад. Попробую. Я думаю, может быть, это такой же шоколад, как и продают в Пятерочке, но он там стоит подороже. В общем, надо будет попробовать. Дальше, ежедневки, дискрит. Здесь 40 штук, стоит 77 рублей. Но мне показалось, что эта цена подешевле, чем в Магнит Косметик. Поэтому я взяла, пусть будут. Дальше у нас идет товар, который стоит 99 рублей. Я взяла белую тарелочку, глубокую, для супов. Потому что мне иногда приходится снимать для вас какие-то приготовления. И мне захотелось какую-нибудь новенькую, свеженькую, такую беленькую тарелочку. Вот я взяла. И вообще вот мне нравится именно такого качества посуда. Она хорошая. И она при том легкая, прочная. Ну, в общем, мне понравилось, я взяла.
Девочки, наткнулась я на такой вот набор эластичных крышек. Здесь это 99 рублей стоит. Здесь три крышки разного диаметра. И вот они, как показано здесь на рисунке, они одеваются на разные банки, тарелочки. И крышка, допустим, которая... Крышка, которая по диаметру 6,5 сантиметров, растягивается до 10 сантиметров. Их две штуки. А еще одна большая, у нее 11,5 сантиметров, она растягивается на 20 сантиметров. И сейчас я хочу открыть и посмотреть эти крышечки. Вот такие вот силиконовые крышки. Ну, вот эти две одинаковые. Да, они действительно здорово тянутся. И одна крышка большая. Сейчас я попробую натянуть ее на что-нибудь. Натянуть. Ну вот эта крышечка, которая побольше, вот она натянулась мне на пиалочку. И если я там, допустим, не доела салатик или что-то, то мне не нужно будет закрывать ее какой-то тарелкой. А просто крышку вот эту натянула. И очень хорошо. Вот такая крышечка маленькая. Вот она так прекрасно натягивается на стакан, на чашку, кружку. И тоже, если что-то нужно немножечко там закрыть. В общем, в хозяйстве, я думаю, эти крышки очень даже пригодятся. Тем более, что полиэтиленовых крышек у меня на баллоны нету, на банке. Но бывает, какую-то банку купишь, а там крышку пока открывала, испортила. Можно вот этой вот штукой пользоваться. Но мне она нравится. Я думаю, это понадобится в хозяйстве. Дальше я купила вот такую скатерть. Она идет с окантовкой. Это клеенка. Полиэфир. 135 на 110. Я сейчас хочу открыть ее и посмотреть, из чего она вообще сделана. Это клеенка с одной стороны. С другой она тоже клеенчатая, только она не гладкая. Она обшита по краю с бейкой. Запах клеенки, правда, такой сильный, но я думаю, что он выветрится. Я выбрала такую расцветочку, вообще там были разные расцветочки. Я хочу на стол сюда постелить свежую клееночку, ну, потому что иногда бывает, что-то на столе такое снимаю, чтобы была свеженькая клееночка. Размер к моему столу вполне даже подходящий. Я думаю, будет очень здорово. А еще у меня вот есть две вот такие наволочки. 40 на 40. Но не было маленьких подушечек. Я заходила в несколько магазинов, везде подушки от 200 рублей. И вот в фикс-прайсе я нашла вот такие подушечки по 99 рублей. Эти подушки, правда, предназначены для... На стул их можно под, на сиденье, да, класть. Они из синтепона, такие мягкие-мягкие. А еще также можно засунуть эту подушечку в наволочку. Вот видите, эта подушечка вторая, я две штучки взяла. Я ее так засунула, и она прекрасненько вот тут может стоять и украшать мне мои углы. Вот, а вторую мы засунем во вторую наволочку. Вот так. Но это еще не все. Это то, что было по 99 рублей. А теперь по 199 рублей. Я взяла вот такой светильник. Это фламинго. Он должен светиться розовым цветом, я так полагаю. Там были еще звездочки, лошадки. И подсветка там зеленая, еще какого-то цвета. Ну, мне захотелось розовое, чтобы все в том было. Я хочу посмотреть, как оно работает. Я взяла батарейки вот именно для этого, потому что здесь, по-моему, батарейки нужно вставить. Сейчас я это дело открою и посмотрим, что там за батарейки. Посмотрим внутри.
Да, здесь требуются 3 пальчиковые батареечки. Ну и сейчас я возьму вот эти батарейки и туда попробую их воткнуть, посмотрим, что там получится. Светильник светится розовым цветом. Я не знаю, видно? А, вот так видно, что он розовый. Вот так не очень, да? Ну вот сюда его поставить, например, нужно. И любоваться. Красота. А еще я купила рамочку. И эта рамочка тоже с подсветкой. Тоже 199 рублей. Но вот все такое интересненькое, оно все стоит 199 рублей. Я сейчас хочу тоже ее открыть и посмотреть, как она работает. Рамка эта со стеклом. А с этой стороны 2 батарейки нужны мизинчиковые. Сейчас я их вставлю. Ну, в общем, тоже интересненькая вещь получается. Горит она вся по кругу. Нужно будет туда поставить какую-нибудь фотографию симпатичную. Ну и здесь есть ножка. Ее можно поставить так. Можно поставить вертикально, горизонтально. И также тут есть петелечка, можно повесить на стену. Ну, в общем, мне это нравится. Хорошенькая. Тоже можно будет как украшение сюда вот ставить. Ну вот и все. Все мои покупочки фикс прайс я вам продемонстрировала. Покупки мне все понравились. Я купила то, что мне нужно. Я всегда выбираю то, что мне нужно. Правда, мне бывает, приходится очень долго там ходить, потому что очень много-много-много мелочей вот этих наложено, навалено. И бывает раз, я бы вот эти крышки не увидела. Я просто уже там ковырялась вот в этих мелочах, где посуда. Не посуда, а вот эти вот всякие для кухни штучки висят. Там вот уже нашла вдруг эти крышки. Ну, вообще, купила все, что нужно, мне все нравится. Теперь я буду украшать, менять декорации для того, чтобы было здесь... Фон у меня симпатичный. Вот. Ну и так как у меня здесь уже розовое преобладает, любимый цвет, а что поделаешь, я уже, видите, одела даже вот такую вот туничку, которая по цвету будет здесь тоже совпадать. Загородила. Я загородила красоту такую. Ну все, мои дорогие, кому понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Thank you.